тот народ более всего пострадал от советского, от коммунистического режима, и который наиболее из всех народов боролся с этим режимом, добивался возвращения на свою родину. Потому что за историю, во всей истории человечества не было такого народа, который бы выслали бы в гиблые места, в общем-то, на смерть, в гиблые места Сибири и Средней Азии, чтобы народ погиб просто там. Но народ выжил, отстоял себя и вернулся на свою историческую родину в Крым.